Всем привет! С вами Миша, и сегодня я купил, когда я шел со школы, вот такие наушнички. Вот. Если вам не видно, подождите, я сейчас подсвечу фонариком. Просто я снимаю на планшет, и у меня он немножко старенький. Вот. Вот китайский. Ну, сразу видно по заднему, что плохая упаковка. Ну, и вот здесь виден скотч. Ну, что ж, давайте открывать. О, у меня ножнички есть. Мы их даже будем проверять с вами сегодня. А, кстати, эти наушнички стоили 100 рублей. Обычных 100 рублей. Сейчас сразу этот скотч снимем. Ну, вот такие они. Вот. Вот такие. Угу. Давайте их распакуем. Опа, опа. Ну вот, видите, сразу вот вылез. Ну, шо это? Ну, шо? Шо? Вот, берем. И шо? Они вообще умеют упаковывать их? Не могут правильно упаковать наушники. Ну, это позор, блин. Ну, сейчас посмотрим, послушаем, как они. Так-с. Такие наушники. Тут есть, чтобы вот такой передатчик. Ну, давайте сейчас включим и проверим. У меня тут ноутбук рядом. Так, я их подключил. Сейчас камеру поближе поставлю. Вот. Ну да, они хорошо. Вот. Я не знаю, вам слышно или нет, но хорошо. Давайте я вам сразу, вот смотрите, это моя страница ВКонтакте, подписывайтесь, я всех буду добавлять и отвечать на вопросы. Ну, по звуку, если вы, конечно, слышали, они нормальные, но по упаковке и... Давайте проверим закрытыми. А, кстати, я забыла вам сказать, вот тут есть замена. Замена есть. Ну, если некоторые одни. Если, короче, потерял так фигню, то можно сразу. Давайте посмотрим. Я не буду его их упаковывать, просто так ставим мы крышку день. И посмотрим, будет они держаться. Например, при сильной тряске. Вот, видите, она сразу вылетает мгновенно. Давайте даже пониже камеры сделаем. Вот как видите, я в рубашке. То, что я только пару минут назад пришел со школы. Вот. Вот. Оба. Все. Вы видели сами своими глазами. Не советую такие наушники покупать. Купите лучше. Сейчас вам покажу, какие. Вот и. Купите вот такие наушники себе просто. Они лучше, надежней. И не... Мог вот так вот делать, менять положение. И они удобные. Сейчас я повешу обратно только. Ну, вот и наш обзорчик. Ну, комментируйте сами эти наушники, то что у меня лично... Мне не нравится. По упаковке, по комплектации. Но одно радует, что тут есть запасные вот эти. Тут есть для большие, для разговора по телефону. Вот, по телефону написано. И две пары по, чтобы музыку. Мне кажется, такое ощущение, что ими кто-то уже пользовался. Мне реально кажется, что ими кто-то уже пользовался, блин. Ну,
Ну, а так, смотрите, кстати, что я обнаружил. Если вам видно, то сейчас покажу. Видите, что тут? Тут не хватает оболочки защитной. А здесь, смотрите, здесь она есть. Вот. Здесь она есть. Сейчас еще лучше сделаем. Вот видите, здесь она есть. Вот она. А там нет. То есть это, если они вот так-то высунулись, проводочки, их надо вот так-то именно туда втыкивать. Но так у меня все было нормально. Обзор был на наушники. И, ну, в принципе, я думаю, этого достаточно. То, что мне еще куча уроков делать. Если хотите, нам сегодня выдали табель, я вам покажу его. Конечно, я не отличник, но я вам покажу. Подождите. Ой-ой-ой, простите. Я скользнул вообще. Вот мой табель. Вот. Четверки, пятерки. Если вы хотите узнать, как меня зовут, блин, подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь в ВК. Находите меня в ВК, добавляйтесь ко мне в друзья. Я буду на ваши вопросы отвечать. И как там его? И вы можете посмотреть, какие у меня я чаще всего игры играюсь. И можете в эти же игры играть. И добавляться ко мне в соседи. Если что, сейчас я вам, например, одну игру включу. Подождите, пожалуйста. Родина, большой урожай. Ну, я думаю, все эту игру должны знать. Так. Вот эта игра, видите? У меня тут 19 уровень. Вот, как вы видите. Ну, я думаю, ну, все должны знать про эту игру. Ну, а так... Сейчас поставлю камеру. Всем спасибо за просмотр. С вами был Миша. Всем удачи и до новых встреч. Подписывайтесь на каналы, ставьте лайки, комментируйте. Вот там, вот там внизу. А подписаться можно на красную кнопочку. Если ты не подписан, она будет красной. А если ты подписан, то она будет серой. Так что не надо будет второй раз подписываться. Просто увидите там красную кнопку, нажмете на них, на нее. На колокольчик обязательно не забудьте нажать. А всем спасибо за просмотр. С вами был Миша. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И подписывайтесь на меня в ВК. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.